Всем привет! Сегодня 30 сентября 2022 года. Славянск. Туман. Погода ясная. Тишина. Ни один листик не шелохнется. Роса вот накапала сколько. Тихо, хорошо. И ночью вроде тихо. И сейчас хорошо. С вечера что-то бухотело. Но потом затихло. Я не пойду к радостнику. Нога что моя совсем стала еще хуже. Еле смог встать вообще на ногу. Воды нет до сих пор. Открыл кран уличный. Он мне напрямую соединен. Соединен с центральным водопроводом. То есть не через бочку накопительную. Что-то там оно пухнуло. Но ничего не пошипело, не потекло. Да, как-то с водой у нас перебои откровенные. На улице нормально. Оно хоть прохладно, но... Вполне сносно. Птички чирикают. Собаки. Ага, вот они. Я думал, они спят. Но Гера вот бежит. А где Герда? Пускай отдыхает. Чича дрыхнет, храпит, как паровоз. Даже... О, что-то там в стороне Краматорска побухнуло. Так что всем желаю хорошего дня. Хорошего настроения. Пойду еще полежу, потом будем завтракать. Если получится как-то расходить ногу, буду двигаться к собакам. Нет, тогда завтра схожу. Всем пока!